«Быть можно человеком дельным и думать о красе ногтей». Эта фраза классика не теряет своей актуальности и сегодня, когда у женщин, да и у мужчин, маникюр и педикюр давно вошли в хорошую привычку. В нашем городе доверить свои руки можно мастерам одного из самых популярных салонов – студии ногтевой эстетики Натальи Варфоломеевой в Nail Studio, что на Ольховой 4. Здесь предлагают все самое лучшее в индустрии красоты. И так уже на протяжении 12 лет. У нас название «ногтевая студия», да, совершенно это уже, конечно, не актуально, потому что мы полноценный салон, мы полноценная студия красоты с абсолютно полным перечнем всех сфер территории красоты. Помимо ногтевого сервиса, здесь есть парикмахерские услуги, перманентный макияж, наращивание ресниц, массаж, косметология. И в каждой сфере работают профессионалы, влюбленные в свое дело. В салоне дружная, слаженная команда, за плечами которой многолетняя. Опыт. О косметологе Светлане Черенковой я слышала уже давно и снимая этот сюжет, и не могла не воспользоваться возможностью посетить этого замечательного специалиста. Светлана Юрьевна, добрый день. Предложите мне, пожалуйста, интересную и, конечно, эффективную процедуру. Так как у нас сейчас начинается осень и идет сезон пилингов, я бы вам предложила криодеструкцию. То есть это работа с жидким азотом. А еще в арсенале Светланы Юрьевны авторский скульптурный массаж, различные уходы, аппаратная косметология. На стенах салона настоящая аллея славы. Многочисленные дипломы, награды, в том числе и от губернатора Московской области. Регулярно говорят спасибо и клиенты, которые ходят сюда годами. Очень приятные мастера. Здесь, в принципе, можно ходить к разным мастерам, результат будет всегда потрясающий. А 2 года назад в Nail Studio отпраздновал громкую победу. Распахнул свои двери еще один салон в самом центре Видного, на Советском проезде, дом 3. Более 200 метров площади, формат open space и ремонт бизнес-класса. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания и, конечно, получения услуг на самом высоком уровне. Прайс одинаковый в обоих салонах. Например, самая востребованная услуга – маникюр с покрытием гель-лаком – стоит всего 1500 рублей. Особая гордость салона – полное соблюдение санитарных норм. Процесс этот трудоемкий, но безопасность гостей превыше всего. У нас не выполняют стерилизационный процесс сами мастера, ни в коем случае. У нас выполняет этот процесс отдельный человек. И это не 2-3 часа, это практически занимает сутки. Поэтому каждый мастер в нашей студии имеет более 15 комплектов инструмента. Из новинок студии на Советском проезде – кабинет подологии, который редко где можно встретить. Здесь успешно справляются с различными патологиями стопы и ногтей на ногах. Есть свой кабинет и у косметолога, а в просторном open space размещены уютные кресла для маникюра и педикюра, а также зона, где царят стилисты-парикмахеры. Для наших зрителей основатель в Nail Studio Наталья Варфоломеева подготовила сюрприз. Каждый написавший «Видное ТВ» в директ-салона в Инстаграме получит скидку 10% на любую услугу. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ».